В лицее номер 13 имени Расула Гамзатова города Каспийска состоялся урок «Разговор о важном» с участием заместителя главы Каспийска Русланом Учакаевым и заместителя начальника управления образования Радмилы Гаджиевой. Отметим, что урок был приурочен прошедшему празднику День единства народов России. Формат сегодняшнего мероприятия будет проходить не совсем обычно. Нас ждет погружение в историю нашего государства и увлекательная беседа заместителем главы города Русланом Алиасхановичем Учакаевым, в ходе которого вы сможете задать интересующиеся вас вопросы. В ходе семинара детей погрузили в историю страны и рассказали о ключевых событиях становления России, а именно о периоде смуты, подвигах Ивана Сусанина, освобождении Москвы Мининым и Пожарским и многое другое. Эти и другие события позволили России стать единым целым и объединить народ вокруг общей проблемы. Единство, сплоченность – это все-таки на сегодняшний день такая сила, которую тяжело преодолеть нашим врагам в том числе. Сплоченность и единство нашего народа России – это такая колоссальная сила уже не первые, не много веков, об этом как бы и по истории вы понимаете, да? Если будет единство, тяжело сломить страну. В свою очередь, школьники с энтузиазмом рассказывали о фактах истории, с которыми ознакомились во время учебы, и задавали интересующие их вопросы гостям мероприятия. Напомню, что разговор о важном – это внеурочное занятие в России, введенное в программы образовательных организаций начального, основного, среднего, общего и профессионального образования в 2022 году.